Ну что ж, игрокам есть что показать на поле, а нам есть о чем рассказать. Долгожданный матч вот-вот начнется, и я уверен, он будет полон сюрпризов. Мы ведем прямой репортаж со знакового спортивного события. Мадридский Реал играет против Реала Сосьедад. Всем привет, дорогие друзья! Добро пожаловать в самое сердце Мадрида, на стадион Сантьяго Бернабеу, домашнюю арену мадридского Реала. Здесь сегодня большой футбол, и вместе с вами за этим матчем будут наблюдать комментаторы встречи Георгий Черданцев и Константин Генич. В тесноте, но не в обиде. Надеюсь, Константин, не подеремся. Давай начинать комментировать. Сегодня Реал Мадрид встречается с Реалом Сосьедад. К этой игре Реал подходит с наименьшим показателем пропущенных мячей. Это лучшая оборона в лиге. И очень скоро мы увидим ее в действии. Посмотрим, так сказать, как надо играть в обороне. Смотрим на состав мадридского Реала. Вот что мы видим. Три игрока впереди и четверо в обороне. И три полузащитника цементируют игру в средней линии. Такой состав будет с первых минут на поле у гостей. Четыре игрока защиты обеспечивают сбалансированную линию обороны. Ну и понятно, что двое нападающих отвечают за голы. Мадридский Реал начинает первый тайм. И будем надеяться, нас ждет очень интересный матч и будут забиты голы. Янузай. Винсент Янсен. Есть игрок впереди. Пройдет передача. Да, это совсем не точно. Хесус Вальехо. Льоренто. Все верно. Края надо чаще задействовать. Лионель Месси. Модрич. Владеют мячом и ждут, когда предоставится возможность сделать хорошую передачу. Нет предупреждения, потому что это аут в исполнении мадридского Реала. Месси. Кросс! Здорово сыграла оборона, удалось блокировать удар. Хорошо мяч перехватили в атаке. И мяч выбит из штрафной. Льоренто. Лионель Месси. Удар. Спасает вратарь, но мяч у атакующей стороны. Четко и надежно сыграно, выносит он мяч из штрафной. Мохамед Салах. Месси. Потеряли они мяч, теперь надо отходить в оборону. Дэниел Старидж. Есть пространство, есть варианты для развития контратаки. И буквально подарил мяч сопернику. Росс. Месси. Вперед идет атака. Интересно может быть. Это вне игры. Месси. Мохамед Салах. Во время углового оборона должна действовать очень слаженно. Навешивает с углового Тони Кросс. Защита первая на мяче. Вынос. Кросс. Можно забивать. Но нет. Нет гола тут. И как же должно быть сейчас обидно. Отличный момент он упускает, чтобы вывести команду вперед.
Атака, стоп. Мяч будет введен в игру ударом от ворот. Альваро Одриасола. Такие передачи придают атакам остроты. Стефан Раду. Хороший пас верхом в атаку со своей половины поля. Откровенно плохая передача приводит к потере мяча. Янузай! Голкипер справляется с этим ударом на отлично. Далер Кузяев. И мяч в руках у голкипера. Неплохо атака развивалась, но мяч потеряли они. Классный перехват. Стоит отметить четкие действия игрока, вернувшего мяч своей команде. Можно провести контратаку. Лионель Месси. Месси. Тоник. Решил пробить. Модрич. Лионель Месси. Льоренто. Кросс. Плохо сыграно, мяч потерян. И правильно, долой мяч из штрафной. Неймар. Модрич. Лионель Месси. Удар! Удар, сейв, неудачно отбивает он мяч. Выбит мяч из штрафной. Льоренто. Есть удар! Отражает эту атаку, но мяч еще в игре. Все, ничего в этой атаке не получилось. Удар от ворот. Льоренте. Мастерски сыграно. А дальше что? Тут может быть опасно. Здорово открылся игрок под этот пас. И вот мяч вернулся к Реал. Мохамед Салах. Уверенно действовал в перехвате игрок и в итоге завладел мячом. Хотят они довести мяч до верного, чтобы уж наверняка поразить цель. А мяч уже у соперника. Неймар. Мохамед Салах. Тони Кросс. Лионель Месси. Лука Модрич. И Месси! В игрока мяч попадает. Через фланг идет атака, есть свободное пространство. Мерино. Дэниел Старидж. Неточная следует передача, и команда теряет мяч. Неймар. Льоренто. Модрич. Сала. Очередной точный пас в его исполнении. Льоренто. Мохамед Сала. Лионель Месси. И забивать нужно! 2 минуты еще играть, именно столько добавляет судья. Хороший прессинг показывает соперник и забирает себе мяч. Модрич. И бьет! Не побоялся ударить издали и не сильно промахнулся. Но он умеет забивать такими ударами, и дистанция для него не проблема. Неймар. Итак, первая половина встречи завершена, пока ничья, 0-0. Второй тайм начался. Алекс Алегри. Атака прервана, мяч улетел куда-то в сторону. Альваро Одриасола. Салах.
Месси. Один из лучших по игре в пас он сегодня. Это офсайд, атака закончена. Мерино. Штефан Раду. Нужен навес. Месси. Лука Модрич. Отличный отбор, но кому достанется мяч? На фланге мяч, есть свободное место перед игроком. Вряд ли можно в данной ситуации винить игрока, отдавшего передачу. Перехват был хорош. Мохаммед Салах. Тони Кросс. И правильно, долой мяч из штрафной. Неймар. Лионель Месси. Кросс. Из-за боковой будут мяч. В игру вводить они. А у нас двойная замена. Не самое частое явление в футболе. Элустондо. Натаниэль Клайн. Янузай. Чтобы получить мяч, надо за него побороться. Тони Кросс. Криштиану. Салах. Друзья, вы поворот-то бить собираетесь или нет? Пасы это, конечно, хорошо, но надо же голы забивать. Йоренте. Стоит отметить четкие действия игрока, вернувшего мяч своей команде. Выбит мяч из штрафной. Лука Модрич. Лоренто. Аут будет бросать мадридский Реал. Замена у нас. Детская ошибка, просто подарил он мяч сопернику. Александр Зинченко. Гоутиньо. Льоренто. Похоже, эта атака закончена. Мяч они потеряли. Классно в перехвате сыграно. Янузай. Натаниэль Клайн. Далер Кузяев. Аугустин Давила. Тони Кросс. А вот и атака Реала. Мяч за боковой линией. Далер Кузяев. Мерино. Не может никак команда зацепиться за мяч, и вот на блюдечке преподнесла его соперник. Тони Кросс. Роналду. Роналду ошибся. Здесь прессинг. Нет, не дошел этот пас до адреса. Мохаммед Салах. Криштиану Роналду. Удар, сейф. Неудачно отбивает он мяч. И у мадридского Реала есть возможность обострить атаку вводу мяча из зала. Лоренто. Кросс. Мяч отобран чисто. Ну-ка, кто к нему успеет первым? Лоренто. Натаниэль Клайн. Янузай. Коутиньо.
Криштиану. Потери и мяч у соперника. Талер Кузяев. Хорошая игра на перехвате. И вот мяч уже в распоряжении другой команды. Льоренто. Филиппе Паутиньо. И если бы не защитник, наверное, быть бы голом. Льоренто. Мохамед Салах. Неплохо атака развивалась, но мяч потеряли они. Классный перехват. Это штрафной. Восемьдесят первая минута. И разрезающий пас на ход. Очень здорово он открылся и получает эту передачу. И эта атака могла чем-то интересным закончиться, но защита справилась. Ну что, может, оставшиеся 5 минут внесут оживление в этот безголевой матч. Алекс Алегри. Аугустин Давило. Отличный момент есть! Ох, какой шанс был у него вывести вперед команду. И это на последних минутах. Ну и концовочка у нас не обходится без драмы. Может быть, еще, конечно, успеет что-то придумать в атаке. Салах. Тони Кросс. Не дает защита переломить исход игры. Далер Кузяев. Янузай. Ох, какой момент-то мог бы возникнуть. Без устали болельщики мадридского Реала поддерживают команду и сейчас продолжают гнать своих игроков вперед. Очень похоже на то, что он потянул мышцу. Видимо, ему потребуется замена. Всего 2 минуты осталось провести. Арбитр назначает штрафную. Филиппе Каутиньо, Тони Кросс, Салах. Ну что же, фиксирует арбитр по истечении 90 минут игры. Если не равенство сил, то уж точно равенство в счете. Так часто бывает, когда команды ждут ошибки соперника, чтобы использовать шанс и выиграть. Ждут, а ошибки все нет и нет. Да. Вот такие две тактические схемы сегодня и столкнулись лбами. И обе стороны свои шансы упустили.